Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный пирог из старой записной книжки моей бабушки. В миску добавляем 2 яйца. Добавляем 150 грамм сахара. И взбиваем до пышной светлой массы. Вливаем 1 стакан кефира. Хорошо перемешиваем. Всыпаем 1,5 стакана муки. Слегка перемешиваем венчиком и все хорошо взобьем миксером. Тесто готово. А теперь самое интересное. А вы знали, что соду можно гасить вареньем? Кто знал или так делает, обязательно поставьте плюсик в комментариях. 1 стакан варенья переливаем в миску и гасим его 1 чайной ложкой соды. Хорошо перемешать. Видите, как в 2 раза увеличилось варенье? Переливаем варенье в наше тесто. И перемешиваем его до однородной массы. Пошаговый рецепт вы найдете на моем сайте, вот здесь. Формочку диаметром 22 сантиметра смажем растительным маслом. И перельем наше тесто. Отправляем пирог в разогретую духовку до 170 градусов и выпекаем 35-40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. Пирог готов, достаем его из формы и по желанию украшаем. Я сверху помазала вареньем из черной смородины. Все готово, осталось его разрезать и подать к столу. Пирог получается влажный и безумно вкусный. Не зря я нашла на чердаке рецепт бабушки. Я осталась очень довольна, чего и вам желаю. Не забывайте ставить свои пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, а вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием!